Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Poco C50. И сейчас мы разберемся, как включить режим энергосбережения на данном девайсе. Итак, для начала переходим в панель управления. Для этого смахиваем шторку вниз дважды. После чего ищем здесь режим экономия и нажимаем на него. Таким образом можно включить режим экономии заряда. Зажимаем эту кнопку для того, чтобы смотреть и настроить его. Прочие настройки, то есть автоматическое отключение этого режима, когда телефон заряжен, использовать по расписанию. И расписание по времени идет. Также можно включить ультра режим экономии, который сэкономит ваш заряд намного сильнее. Здесь будут доступны только звонки и сообщения. Чтобы выйти из данного режима, нажмите кнопку выход в правом верхнем углу. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!